Юлия Горгоденко. Мне 11 лет. Я родилась в самой прекрасной и свободной стране Россия. В самом красивом и зеленом городе Республики Татарстан, набережные Челны. Как поется в песне, широка страна моя родная. Много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Я очень люблю свой город, потому что здесь родились и живут мои папочка, мамочка, я, старшая сестра и все мои родственники. Самое дорогое, что у меня есть, это родина и наша большая и дружная семья. Это моя любимая школа. Я учусь в средней школе номер 20, в 5 А-классе. В этом году у нас появился новый интересный и очень познавательный предмет – история. И у меня появилась еще одна мечта – стать учителем истории. Задача каждого из нас – стать образованным человеком. Когда я окончу школу, то обязательно поступлю в институт, чтобы получить профессию учителя. Ведь когда человек занимается тем, о чем всегда мечтал, то работа доставляет ему радость и приносит окружающим и стране большую пользу. А это самое главное. Если все дети будут относиться к учебе добросовестно, с любовью и интересом, тогда в нашей стране будет много грамотных работников, специалистов и ученых. А значит, наша страна будет преуспевать во всем, в развитии науки и техники, и будет впереди всех стран. От меня и моих сверстников зависит процветание нашей страны. Каким будет будущее России, решать нам все вместе! Поэтому мы должны быть дружными, сплоченными, крепкими, здоровыми и всегда приходить друг другу на помощь. Чтобы люди в нашей стране жили достойно и были счастливыми, надо всем хорошо учиться, заниматься спортом и много трудиться. Учеба – это и есть мой труд, поэтому я стараюсь учиться на отлично. Для того, чтобы быть примерной ученицей, я все запоминаю, внимательно с увлечением выполняю домашние задания, дополнительно читаю разные книги. Но много знать – этого мало. Надо правильно принимать решения и уметь предвидеть результат. Моя главная цель в жизни – сделать будущее нашей великой страны России счастливым, богатым и независимым. Я всегда буду очень хорошо трудиться на благо нашей страны, чтобы Родина могла мною гордиться. Что бы ни случилось, я никогда не оставлю свою страну в трудное для нее время, потому что всем сердцем я люблю Россию, потому что я патриот своей страны. Друзья, Родина у нас одна. Защищайте и горячо любите ее, и тогда наша Россия всегда будет великой и непобедимой. Будущее России в наших руках. Россия – священная наша держава, Россия – любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Славься, Отечество наше свободное, братских народов союз вековой, предками данная мудрость народная. Славься, страна! Мы гордимся тобой!